Художник-керамист Любовь Анатольевна Грачева осваивает это древнее искусство уже 30 лет. Основные материалы ее работ – красная глина, фаянс, шамот. Любовь называет глину материалом добрым и податливым, универсальным для самовыражения автора. Материал глина – это центр сердца Земли, который выходит на поверхность. И это очень живой материал, и он как раз помогает этот материал как бы создать эту тему, эту атмосферу, и человеку, глядя на эти образы и тему, прожить вот это ощущение, поискать себя. Любовь говорит, чтобы освоить пластовую технику работы с керамикой, требуется огромный труд, не менее 6 лет. Именно поэтому в мире не так много специалистов, работающих с этим материалом. Потому что это как акварель в живописи. Это нужно делать очень быстро, пластовую технику, это не скульптура. Чем ты быстрее сделал пласт, тем он живее, и образ тем живее. Это надо молниеносно делать. В работе с пространством автору помогает архитектурное знание. Все изделия лепятся вручную и обжигаются 2 раза при температуре более 1000 градусов по Цельсию. Вы знаете, что необычно в этой выставке? Вот, казалось бы, керамика, да, тяжелый материал. А в этих работах столько воздуха, то есть они просто вот дышат, эти работы. Они какие-то такие все воздушные, прозрачные, окрыленные. В сюжетах своих работ художник часто использует образ ангела как символ доброты и любви. Ангелы, они просто очень добрые сущности, они везде всегда, поэтому они у меня везде всегда. У каждого человека есть ангел. Выставка продлится до 22 июля в галерее «Зеленая пирамида» по адресу улица Древняя, 29, с 9 до 22 часов. Вход свободный. Мэри Бадунс, Алена Пашковская, Виталий Козловский, Севинформбюро.